Сейчас вы увидите несколько сцен из необычного фильма о невероятном мужике. И мы ведь не будем винить Энди, что он не явился на работу. Ну а ты бы стал его винить при таком раскладе? Пока не поймаю убийцу. Ты должен еще кое о чем позаботиться. Человек, который мне сейчас позвонил, его не надо убивать, я плачу ему деньги. На твоей территории стукач. Собрание у вас тут, да? Не забудьте, мистер Безногий, не пропустите.